красавица. Поймалась. Ну хоть на чуть-чуть. Так. Сегодня у нас... Да что ж ты будешь? 2 декабря 2017 год. Харьков. 22-29 по Киеву. И суперлуния. Единственная в этом году, 2017. До него по факту еще часов 15. Что такое суперлуния? То есть термин не так, чтобы научный. Насколько я понимаю, это когда Луна находится в перигее ближайшей точки от Земли. И при этом еще и полнолуние. То есть она полностью освещена Солнцем. Погода в Харькове неделями заливала дождями. Поэтому дожидаться милости от природы я не стал. И решил выйти, когда хоть просвет какой-то образовался. 357 тысяч километров от Земли до Луны сейчас ближайшая точка. Ну ладно, опять облачко нашло, будем ждать следующего просвета. Но пока и за это спасибо.